Рівно 75 років тому сталася одна з найкривавіших трагедій Другої світової війни. Саме цього дня почалися розстріли у Бабиному Яру. За різними даними, протягом 2 років окупації нацисти знищили в цій братській могилі до 200 тисяч людей. Вижити пощастило лише кільком десяткам. Однією з таких була киянка Діна Пронічева. У 46-му році вона була головним свідком на київському процесі проти нацистів. Ми знайшли унікальну хроніку її виступу в залі суду. Було темно. Але все-таки була опасно ползти, так як зверху вниз присвічували фонариками і стріляли. Стріляли в сонечних. Наші журналісти зустрілися з сином Діни Миронівни. Далі розповідь про людину, яка пережила Бабин Яр. Ранним утром 29 сентября колонны евреев потянулись к Бабьему Яру. Среди идущих выделялась элегантная женщина в белом полушубке. Актриса Киевского кукольного театра Дина Проничева осторожно поддерживала под руки пожилых родителей. Народу было очень много на улицах. Гул, страшный шум. Они дошли до еврейского кладбища. Там стояли ежи, там стояли, значит, эти проволочные ограждения, как уже. Миновав ограждение, Дина усадила родителей на пригорок, а сама пошла вперед, узнать, когда подадут поезд. Рядом находилась товарная станция, и евреи были уверены, что их вывезут из города. Но от увиденного за поворотом дороги кровь застыла в жилах женщины. Когда она пошла там дальше, она увидела, раздевают евреев. Пищу откладывают отдельно, одежду отдельно, драгоценности отдельно. Притом друг у друга скрывают это дело, потому что они уже как с собаками между собой грызутся и боятся, что им не достанется все. Когда один из нацистов грубо сорвал с нее полушубок, женщина окончательно поняла – они обречены. В парализованной от страха толпе родителей Дина найти уже не смогла. Сжав кулаки, она пошла вперед, сквозь строй озверевших полицаев. У них на руках у кого, например, ремни, у кого палки, у некоторых кастеты. И, в общем, проходили мимо туда, и их всех вот били, обязательно били. Их сильно, и все. Если кто падал, собак сразу натравливали, собаки кусали, терзали эти тела, и люди бежали дальше. Пронзительные крики, окровавленные тела, искаженные лица. Неимоверным усилием воли Дина сумела не поддаться всеобщей панике. На украинском языке она обратилась к палачам. Она подошла к одному из полицаев и сказала ему, что я не еврейка. Она перед этим, когда увидела, она паспорт свой выбросила. И у нее на руках остались документы, профсоюзный билет и какие-то еще документы, там, где национальность не указана. Полицай приказал Дине подождать до вечера на соседнем пригорке. Там уже сидело несколько человек. Мы жидов расстреляем, а вас потом отпустим. И вот она с бугорка услышала, что ее кричит, что Дина, спасайся, ты не похожа. И она узнала, конечно, свою мать. Но на бугорке была, а та уже ниже проходила, уже совершенно голая шла. Рокот пулеметов не прекращался до захода солнца. На глазах у Дины гибли женщины, старики, дети. От невыносимого ужаса перед смертью некоторые сидели и сходили с ума. Бабушка с ребенком бежали, ребенок орал, все время кричала бабушка. Я боюсь, а бабушка от него почему-то убегала все время. Ну, в общем, догнали немцы, сначала убили ребенка, потом уже и ее, эту бабушку. Вечером к пригорку подъехал немецкий офицер. Он приказал немедленно расстрелять всех уцелевших. Вот как впоследствии сама Дина Проничева описывала те кровавые события. Нас выстрелили на очень маленьком выступе, в котором где-то можно было удержаться. Стали всех расстреливать. Я закрыла глаза, сжала кулаки, напрягла все мускулы и бросилась вниз до выстрела. Мне казалось, что я летела целую вечность. Женщине повезло. Пули просвистели рядом, не задев ее. Я упала на трупы, благополучно, не расстрелянные. Через некоторое время, когда стрельба умолкла, я услыхала, что немцы спускаются вниз, в яр. И расстреливает всех,
Чтобы не выдать себя, Дина лежала тихо, не шевелясь. Полицаи стали присыпать трупы землей, и она почувствовала, что задыхается. Когда уж мне оставалось набрать еще несколько вздохов и задохнуться, я решила, пусть лучше расстреляют, чем я чувствую, что живем похоронено. Мне удалось доползти до одной из высоких стен оврага и с огромнейшим трудом выбраться наверх. 4 дня Дина Бруничева пыталась выбраться из Бабьего Яра. Когда, наконец, изможденная постучала в ближайший дом, хозяйка выдала ее немцам. Потом был побег, 2 года скитаний и голода. Нацисты узнали, что Дина выжила в Бабьем Яре, и искали по всему городу. Мужа, который помогал ей скрываться, расстреляли весной 42-го. После войны Дина Мироновна вернулась в родной кукольный театр. Там и играла до конца своих дней. Пронзительная история Дины Бруничевой – это правда и о прошлом, и о настоящем. Разделение людей на сорта – первый шаг на пути к уничтожению неугодных.